Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 23 мая 2019 года. Посмотрите, какая у меня шикарная мята, мелисса. Хочу вам показать, какая у меня выросла рассада капустная. Капуста взошла вся, какую я сеяла. Есть реденька, цветная, вот реденька, но взошла. С меня хватит. Сегодня не жарко. Буду днем высажу одну грядочку капусты. Вот они, помидорчики меня чувствуют хорошо, которые сеяла прямо в земельку. Рядочек. И здесь вот чувствует хорошо. Рассадка неплохая. Полоть я здесь не полю. Травка защищает от солнцепёка. Такая у меня рассадочка. Дуги я эти убирать не буду. Иначе начнутся обтаптываться грядки. Здесь уберется вся рассада, капусты высадится, а помидорчики порежу. Будут расти у меня на этих грядочках помидорчики. Ну вот и все. Заходите в гости, как всегда, буду рада. До свидания.